Как дела, фанаты Димаша? Мои дорогие Dears, на связи Джеффри Хак с очередной реакцией на Димаша. Как красиво. Вот уже, когда слушаешь его голос, это магия какая-то. Такое звучание через микрофон. Очень мягкая вибрато. Боже, как же он поет. Он не просто так поет. Я говорю это уже не в первый раз. Он всегда поет со смыслом. Вы же тоже это видите и слышите. Какой же у него талант. Просто невероятно. И еще вот что. Его голос такой мягонький и нежненький, что убаюкивает тебя. И еще он может петь разными стилями, что просто офигеть. Какое красивейшее пианино на заднем фоне. Вернемся немного назад. I love you. Как же это прекрасно. Wow. Я слышу здесь что-то похожее из Титаника. My heart will go on, man. Ведь он не просто сказал, а сказал, прям подчеркнул это. Вот это мы любим. Он протянул это. И в конце добавил вот это. Так ювелирно. Давайте послушаем еще раз, и вы поймете, о чем я. Вот так. Давайте еще раз. Классный стиль. И вы заметили, что воздух в движении. То есть он смягчает звучание. Он мастерски контролирует воздух. Давайте еще раз, чтобы насладиться сполна. Настолько нежно. Do.
Это было сильно, то, как он спел это. Другой спел бы это не так. А тут «Я люблю тебя». Я тронут до глубины души. Настолько красиво. Это эхо и ревербация. Спасибо технологическому прогрессу. Он сделал это следующим образом. Он отдалил микрофон и медленно приближал его. Для такого эффекта нужно расстояние, если только они не поигрались с настройками микрофона. Получилось клево. Видите, приближает микрофон. Как же славно! Чего? И он тянет ее. Тянет. Он что там, бесконечный? Ёшкин свет, мне нужно вернуться. Вот я знаю, что он может так делать, но каждый раз все равно удивляюсь этому. Невозможный контроль. Я так не умею, если только размяться. Хотя нет. Для всех, кто не в теме, хочу сказать, это требует титанических усилий и, конечно же, таланта, чтобы вот так растягивать звук. Потому что при таком вокальном контроле требуется много воздуха. Здесь где-то 4 или 8 атмосфер. Я вообще без понятия, как он делает это. Невероятно! У него, походу, там железная диафрагма. Иначе я не знаю. Он прозвучал, как птичка. Это было очень высоко. Выше Фионы со Шрека. Еще и эта флейта. У меня мурашки.